Эти очертания вызывают страх. Бруклин Продакшн представляет. Приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале «Опасная бритва» Бруклин Продакшн. Меня зовут Павел, и сегодня будет бритье, обзор, все как мы любим и все как нам нравится, и с новым Франкенштейном. Но для начала, для тех, кто первый раз попал на мой канал, прошу вас подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для развития моего канала и для вас совершенно бесплатно. Но это занимает долю секунды времени. Правильно. Не нужно терять время, поэтому быстро подписываемся, быстро оставляем комментарий. Но, возможно, лайк придется отжать в конце ролика, если вам не понравился этот ролик. Но я не думаю, что так случится. Все это были шутки, но для тех, кто не имеет на чем и где и как подписать, вот видите название канала, вот оно, Бруклин Продакшн. Поэтому на листике записываем, передаем всем знакомым, для того, чтобы они тоже посмотрели эти увлекательные видео. А я теперь начинаю, шутки закончились. Сегодня у нас на обзоре будет бритье себе вот такой интересный помазок компании Yaki 24 мм. В народе его еще называют пчелка. Пчелка, вот такой вот малыш, небольшой, синтетика. Намочим пацана теплая водичка, и он уже, в принципе, все, готов к работе, к труду. А труд сегодня будет у нас интересный, сегодня у нас больше внимания, как я уже сказал, на Франкенштейне, таком станке, но чуть позже к нему вернемся. Мылом, сегодня у нас выступит вот такое вот мыло от компании Nordic Shaving Company, вот такое мыло прекрасное, многие уже его видели, сегодня у нас с запахом кофе. Приятный запах, как сказала моя группа нюхачей. Нюхачи порадовались. Консистенция мыла твердая, прекрасная, сделанная. Это мыло в Финляндии, по-моему, если я не ошибаюсь. Мыло для бритья Финляндии. Что-то я уже стал сам себе. Говорит, память уже дает сбой. Надо тоже записывать, тоже возьму листочек, буду записывать в Финляндии. Вот финский пах. Вот он, красавец. Мыло для начала замочим, немного на поверхность, вот так вот, раз, все, достаточно, крышечку откладываем, пускай постоит для забора. Сегодня будем все это взбивать в чашу от компании Captain's Choice, керамическая чаша, уже всем знакомая, приятная в руке лежит и очень звонкая, когда ее разобьешь, конечно, да, конечно, когда она будет еще звонкая. Сегодня уже закончим нашу процедуру бритья автошейвом средством после бритья компании Captain's Choice эвкалиптовым эвкалиптик. Понравился освежающий автошейв в такой темной бутылочке янтарного цвета, полная спиртовая, будем пользоваться, это здорово. Так, и наш станочек, сегодня у нас станочком выступит вот такой Франкенштейн. Вот он, красавец. Значит, ручка у этого красавца, вот так скажем, вот так ручка. Ручка у этого красавца компании Timeless Razor. Timeless Razor, титановая полированная ручка, 90 мм. Все хотелки в этой ручке, как говорится, потому что уникальная форма, так называемая корона, как преподносит ее компания, такая накатка интересная в разных направлениях, дает бритве возможность, никогда она не вылетит из рук, поэтому очень цепкая и очень глазу приятная. Эта ручка выпускается в низких вариантах, есть полированное зеркало, есть неполированный титан, в общем, очень красивая штука. И голова, самая интересная голова, которая сегодня у нас будет брить, это Yaki. Yaki, вот такая голова, комбинированная, с одной стороны открытая плита, с другой стороны закрытая плита. 70-я гапу этой бритвы, DS, по-моему, 40, DS-70, вот указано, по-моему, да, здесь.
Да, будем надеяться, ни хрена не вижу. 70-я плита. Значит, 70-й габ 0,70 мм. То есть уже чуть-чуть вот эта вот открытая плита дает возможность, как маркетинг, как рекламные акции, все говорят, чуть-чуть агрессивнее, чуть-чуть эффективнее съем щетины. Посмотрим, в чем разница. Пробовали 70-ю по сравнению с Розоруковской 72-й. А как мне показалось, она менее эффективная была. А 70-я от Розорука чуть-чуть лучше прива. Но мне так показалось. Сегодня мы будем пользоваться вот такой комбинированной. Надеюсь на ее эффективность за счет вот такой гребенки. Значит, такой небольшой экскурс в открытую-закрытую голову с моей точки зрения. Значит, открытая голова, так называемая вот такая гребенка, она подходит для людей, у которых большая обросшесть, там 3-5 дней, и бритве проще двигаться, она не забивается так сильно и в первом проходе убирает. Закрытая голова для менее такой поверхности, сопротивляющейся, да, и она работает. То есть в данном случае можно пройтись, не обращать внимания, честно говоря, но хотелось бы обратить внимание, поэтому хочется пройти в первом проходе открытой и во втором проходе закрытой. Ну, посмотрим, как это будет, как, что и почему. Очень красивая получилась бритва. 316-я сталь заявлена производителем, и она, эта бритва сделана, отполированная в идеальное зеркало, что немаловажно, и что делает бритву очень привлекательной и по ценовой категории тоже. Так, это здорово. Так, пока бритва лежит в этой подставочке, опять же таки, это подставочка к нашему помазку, такая идет в одном сете, так называемая, вот так вот она аккуратно лежит, стоит, а вот так вот она аккуратно лежит, да? У кого лежит, у кого не лежит. Так, подставочка пластиковая, поэтому бритва не царапается, ее первоначальный вид всегда будет в идеальном состоянии, имеет вот такое вот отверстие для того, чтобы вода все-таки проходила, не собиралась там ничего не... Поэтому всегда она в хорошем состоянии, и бритва не царапается. Самое главное, удобная для быстрого бритья. То есть бритва не ищешь, не бегаешь, не бросаешь, где попало, а все-таки помогает. И заправлена лезвиями персона. Да, ребята, сегодня персона будет, как обычно, с лезвиями. У нас проблем нет, поэтому только персона. Так, наше мыло. Давайте, помазок мокрый, немножечко наберем с поверхности. Вот так вот. Финское мыло достаточно хорошее, компания Nordic Shaving Company. Так, давайте сейчас немножечко в чашу, для того, чтобы уже не выплескивать. Ух ты, елки-палки. И сейчас наберем более концентрат от помазок, чтобы потом уже сбить хорошую пену. Баночка небольшая, но в последнее время уже компания начала выпускать уже в стандартных таких вот больших, в 100 с чем-то граммовых банках. И уже есть где помазку разгуляться. А такая небольшая баночка, это выпускалась, сколько здесь грамм? 80 грамм. Ну, ценовая тоже категория. Соответственно, так, что-то я уже пошел по третьему разу. Отложил в сторону мыло. Уже и так достаточно много. Возьму за кнопку, получу результат. Сейчас собьем хороший кремик, кремик для бритья. Так, чаша небольшая, помазок небольшой. Пена образуется достаточно быстро, уже при наборе даже из самой чаши. Даже такой маленькой плошки, где находится мыло. То есть уже как-то мыло начало сбиваться. По идее, можно было уже работать на лице. То есть немного набрали, но нам же нужен результат, правильно? Нам нужен результат. Нам нужна вот эта красивая пена, за которой все мы гоняемся. И главное, чтобы она была с хорошими свойствами. То есть вот то, что у нас получается, в принципе, многое получилось. Я как-то, наверное, перестраховался, когда набирал. Вот так вот. Полная кадушка. Полный помазок, очень все хорошо и красиво. Так, что нам остается? Прогреть лицо и будем работать. Так, теплая водичка есть, отлично.
Хорошо пригрелась щетинка. Здорово, все, все как нам нравится. Так, давайте уберем лишнюю водичку с лица. Вот так вот. Полотенце всегда помогает, если оно еще и чистое. Да, если чистое, помогает. Так, наш помазочек пчелка. Пчелка, в народе китайская пчелка, 24 мм. Один из первых помазков таких китайской компании Yaki Brush, которая появилась на рынке. И очень завоевал популярность. Красивый, небольшой, по себестоимости, вернее, по стоимости на AliExpress очень сильно порадовал пользователей. Ну, по-моему, здорово укрыло лицо. Сейчас уберем лишнюю пену, дабы обрести контуры этого бритья. По вкусу безвкусное. Безвкусное, и это уже радует. Но в наше суровое время потеря вкуса — это уже тоже признак. Ну, не будем говорить, каждый решает себе сам, кого радует, кого нет. Наша бритвочка Frankenstein, Timeless Razor, Yaki, голова, нержавеющая сталь, красавица бритва. Очень нравится, как родная лежит здесь, как родная соединилась. Ручка титановая, легкая голова, казалось бы, тяжелее, но из-за формы она особо, я не вижу никакого перевеса. Хорошая, приятная бритва, которая имеет уже вес. То есть не такая пушинка, на которую нужно давить. Она приятная, тактильно, очень приятная, цепкая, вот такая накаточка, очень радует. Так, ну что, комплиментов много. Сейчас посмотрим, как 70-я плита, комбинированная в работе. Возьмем открытую голову, открытую сторону и поехали. Бегом аж пробежала, очень уверенно бреет, лезвие вообще не чувствуется, небольшое шуршание присутствует, но оно радует. Это шуршание не так, как в прошлый раз, как лопатой, как я сказал, да? Шикарно пробрила. Вообще. Продолжим. Будем использовать открытую плиту, а там дальше уже убедимся, нужно это или нет. Прекрасно, шея прошлась, здорово. Можно было перевернуть бритву и не останавливаться, но эксперимент есть эксперимент. Хоть один раз попробуем почувствовать разницу, а не историю маркетинга и рекламы. Так, наш височек. Щека пролетела, опять же таки, бегом. Сбривает очень хорошо, незаметно, незаметно для меня как пользователя, и совершенно никакие чувства такие отрицательные не вызывает. Это очень здорово, потому что некоторые бритвы вызывают отрицательные чувства, когда уже только ими пытаешься побриться, что-то у них не то. Тут голова представляет собой копию от головы компании Razorock Lupo. 70-я, ну, такая доработанная версия и в плане интересов полировки, и интересов в такой вот комбинированной плите. Так, усы, борода, и не будем останавливаться. Обалденно все убегает. В принципе,
Бритва никак не спотыкается, что мы иногда наблюдаем на некоторых бритвах, когда они забиваются, а продолжает работать. Единственное, что почему я промываю, потому что собирается очень много сбритой щетины, просто не хочется, чтобы на себя ляпнула. Да? Это вся масса сбритой щетины. Ну что, немножечко еще доработаю усы и уже переходим на второй проход. Поставим точку. Так, отлично, отлично получилось. Так, давайте нанесем второй слой пены для второго прохода. О, как пена прекрасно ложится. Белая такая. Щетины нет. Как хорошая шпаклевка, да? Такое можно со стороны, как говорится, наблюдать. Но в жизни она реально прекрасный крем такой получился, который не требует много времени для того, чтобы сбить. Так, и еще здесь у нас. Отлично. Вот так бы сюжет и ходил, да? Так. Пока очень радует. Так, открытая плита закончила свое действие. Сейчас будем с закрытой. С закрытой попробуем по росту и, вернее, боковыми и против роста. Ну, практически все, ребята, я не знаю, я вот поймал себя на мысли, что бреюсь как кассетником, то есть не задумываясь, что ты там машешь, не ожидаешь ничего и очень доверяешь бритве, реально, и вот все на ваших глазах, достаточно быстро, красиво, белое лицо и очень хорошо пробрито. Местами вот здесь вот надо еще чуть-чуть, буквально сейчас смою лицо и добреемся, очень здорово. Единственное, что сейчас, опять же, таки от высокой температуры внутри студии мыло немного подсохло. Но я думаю, что просто нужно немножко добавить воды. Правильно, правильно добавить воды. Так, ну что, умою лицо наконец-то после двух проходов. Проверим, как она на воду будет реагировать и потом продолжим. Практически в идеал, практически. Чувствуется вот небольшая есть недобритость, но это вызвано лишь тем, что просто как бы не видишь, где брить в первом проходе. Сейчас прочувствовал, сейчас добреемся. Вот так вот уже сделаем любой плитой. Ну все, здорово получилось, реально очень рад этой плите, этой комбинированной плите. Очень эффективная бритва, очень такая, доверяешь ей, доверяешь. И понравился тип бритья такой вот, с одной стороны агрессивненький был, более агрессивненький, эффективный, с открытой и потом закрытой против роста, казалось бы, режь против роста, но бритва не останавливается и работает, это главное. Так, немного водички сейчас. Вот так.
мыло очень хорошо я смывал, потому что мыло находилось на лице, хоть немного подсохло во время второго прохода. И вода, правильно, вода, подсказывайте мне, спасибо, спасибо. Вода сама по себе вообще никак не проявлялась. То есть во втором проходе, когда я смывал лицо от зврита, щетины и мыла, реакция лица вообще не реагировала. То есть эпидермис не реагировал, и значит его не снимала так бритва, а проходилась аккуратненько по коже. По-моему, все здорово получилось, очень сильно радует. Просто, душевно и, как говорится, всем советую. Всем советую на такой тип бритья с длинной щетиной. По-моему, очень хорошо получилось. 70-ка комбинированная, нравится, нравится. Вот она, по-моему, опять же, таки вот небольшой момент, вот эта комбинированная все-таки, или это сыграла психосоматика в том плане, что мозг поверил, потому что открытая гребенка немного эффективнее с длинной щетиной и очень легко прошелся станок, а потом закрытый просто прошелся вдоль и против роста волос, и в общем все, как вы видите, душевно. Так, все, лицо в принципе немножечко еще вытереть нужно, дабы наш автошейф донесся по полной программе и получить максимум удовольствия. Так, Captain Choice. Опа, крышечка улетела. Оп, нашли крышечку. Крышечку нашли, это уже здорово. Эвкалипт с дозатором. Вот так вот. По-богатому. По-жирному. Нос хорошо так спиртом бьет. Немножко. Все-таки спирт сделал свою злую и приятную шутку, отреагировала кожа и тут же получил максимум удовольствия от этого всего действия. Это реально такое обжигающее, легкое, такое приятное покалывание. Здорово. Вот так вот. Хорошо, душевно. Классно. Вот все, можно собираться, выходить на улицу, и никаких проблем вообще нету. Сегодня на дворе осень, казалось бы, такая вот перемена погоды, климата, дождь, холод, снег. Нет, снега еще пока нету, правильно, снега нету, но скоро будет. Очень здорово. Так, еще одну вещь, которую я не показал, когда мы начинали обзор, в тех аксессуарах, предметах и косметике. Сегодня хочу использовать вот такой вот еще автошейф. Мне очень понравился в тот раз, когда мы пользовались. Он был до бритья, после бритья. И вот почему-то у меня срабатывает такое мнение, что очень сильно помог в том плане, что кожа вообще очень классная была. Всю неделю была обалденная кожа. То есть я уже по своей коже знаю. И хочется верить, что это благодаря ему. Поэтому еще раз попробуем. Значит, после его применения он впитывается в кожу, вообще не остается никакой пленочки, ты его вообще не замечаешь. Вот сейчас, на данный момент, от автошейва компании Captain Choice, вот от этого спиртового, нету никакой пленочки, ничего. Кожа как живая. Вот живая такая вот приятная кожа, ты ощущаешь ее, она очень мягкая и очень приятная. Сейчас возьмем бальзамчик поверх нашей живой кожи, вот так вот немножечко, вот так вот, и вот так вот. Его действие чем мне понравилось, во-первых, состояние кожи было обалденное, во-вторых, его совершенно нету на лице, он впитался очень быстро, достаточно быстро впитался, ты его никак не чувствуешь, но результат очень сильно радует. И он, как говорится, с ментолом и охлаждает. Так что будем пробовать дальше, испытывать. Просто хотелось обратить на это внимание. Так, теперь помоем руки от него. Очень здорово. По-быстрому сегодняшние наши хотелки. Значит, наше мыло компании Nordic Shaving Company. Вот это мыло. Очень хорошее, приятное. Если у кого будет возможность, можно попробовать. Есть большие, маленькие банки. И все остальное реально рабочее, очень много запахов всяких разных. И мыло очень нравится. Как оно взбивается, вы видели. Сейчас опять полная кадушка, можно опять кого-то брить. И, по-моему, даже ни одного человека. С помазком все это было синтетика. А пчелка, китайская пчелка в сегодняшнем бритье, вот такой вот красавец. Если вы видите, то сколько здесь еще полно. И можно еще чуть-чуть довзбивать. Все это было в керамической чаше.
аккуратненько пользуемся. Так, автошеи мы уже поняли, кому нравится, пользуемся, кому не нравится, можно открыть окно, в принципе, высунуть голову, подождать 10 минут, сейчас хороший ветер, и как бы тоже неплохо, хороший вариант. Наша подставочка очень нравится, сегодня она в цвет и в масть, и с набора для помазка пчелка, и с нашим станком идеально практически стоит. Сегодняшний Франкенштейн станок, голова Яки, копия Лупо 72, это 70-я комбинированная плита, открытая-закрытая, с ручкой от компании Timeless Razor, титан полированный, обалденная, обалденная, посмотрите, вот такая вот игрушка, да? Как она нравится, нравится. Это здорово. И, как говорится, с персоной, персона наша все. Так что, ребята, сегодня вот такое было сегодня бритье. По-моему, все здорово, красиво, приятно и быстро. И доверяешь этому станку. Так что можно пользоваться, кто сомневается, кому что-то еще. Посмотрите еще обзоры, нужно ли вам вообще такие станки или предметы. Это вот самый главный вопрос, который нужно себе задавать. А я с вами прощаюсь, не забываем подписываться на канал, ставить лайки этому видео и до новых встреч, увидимся. Пока! Спасибо за просмотр!